Доходит на втором этаже в этом здании. Одного убил. Попал. Я уже работаю в открыт. Еще одного убил. Пошел еще один на мид. Залетайте на второй этаж. Двое нокнутые должны быть. Не вижу третьего. Что, всех, может быть, убил? Да. Три трупа тут лежит. Значит, может, одного убили? Может, кого-то подорвали мы? Или подорвали. Нет. Я одному дал хэд, потом кинул два динамита. Ух ты. Так что, я кидал быть... молот еще сюда. А вот еще валяется. Ай, блин. Четырех охотников убито. Значит, одному хэт и двоих еще динамитом взорвал после этого. Сзади. Так они, наверное, стреляются? Может, там две тима стреляются? Хэт, да. Вон, на них зомби побежал. Вижу, вот там. Подпушиваем? Давай, конечно. Убери кого-то. Кто-то умер? Значит, их тут, мне кажется, больше. Вряд ли их... Да-да-да. Дал динамит. Вот там уходят двое. Минус один, по-моему, нет? Хит одному дал. Одна, один минус. Второй минус. Все, двое. Как будто, я не знаю. Где еще? На мне два. Передо мной двое. Здесь. Уходят в ангар на территорию. Дерутся. Угу. Одного минус. Один здесь на метке. За него будет. Хорошо. Минус. Да-да. Я ж думал, убили этого. Нет, этого мы не убивали, мы человека убивали. Ты босс? Здесь красная метка горит, слушай. А если еще какая-то есть? Ну, вряд ли их двое, наверное, что где-то их правда валяется. Я стрелял. Надо поджигать бы их, желательно. Вот, нашел. Все, да? Если это еще не кто-то, да, вроде. Ну, там в здании кто-то бегает, кстати, я не понимаю. Там два моба, наверное, колючка входит. Ну, считай, мы убили трое здесь, там 4, 7, нас трое 10. По сути, все, вся локация. Еще два, скорее всего. А он за кем-то побежал. Там... Он же не бегает просто так. Может, да. Там просто придурок, по-моему. А, ну, наверное, да. Там что-то он бахает. Блин. Это прям последний должен быть, я не знаю. Блин, тут этот пиявочник. Конченое вот это место, на самом деле, за тюрьму. Здесь капец. Вон он, здесь прям у меня. Передо мной на первом этаже. Один минус. Бывает, да? Да. Все.
На, вот это лучше хрень. Она будет поинтереснее кидаться. Оружие против ведьмаков. Я сейчас скину, блин. Это что, реально кидается как надо? Как? Хрен, это хрен простреливается, блин. Че, попал? Через стену, блин. У нас есть типы. 315. Здесь. В том направлении. В том направлении. Блин, не ставится метка. Да, вот там. Один или сколько? Двое. Да ладно. Да, да. Да, я все патроны потратил. Сейчас скажу точно. Да, они в этой церкви вдвоем. Убил одного. Хорош. Пушим, значит, тут был. А, ходит там, слышишь, по дереву топает. Минус. А, еще один там есть. Поднял. Убил. Убил. Да. Я там ваншот с пацаном просто форточку накинул. Теперь точно все, я думаю. Ну, по идее, теперь да. Осмотрюсь. Чисто. А, так вот, это же босс. Это второй босс, да? Ёптать. Да, не... А, они убили его? Они убили его, но они, типа, его не изгоняли. Почему-то. Чё? Они даже убивали, походу, его этим холодным оружием. Понял, что типа, без палева. Но не было же выстрелов. Звуков не было, да, вообще не было выстрелов. Я им, короче, вот оттуда с метки закинул вот сюда форточку. Для тебя нет. Аня, сможешь поймать меня? Может. Давай, давай, давай. Догони меня, догони. Что там, уже поставил какую-нибудь хрень, да? За что, Аня? Ты это мэн. Это я. На всякий случай. У меня ноль патронов. Что-то ты наступила, да, я так понимаю? Ну, я под конец уже смотрела. Чё-то. У него реально перк выпал, кстати. Да, дик, конечно, у собаки, но так себе. Ау! За шо? 9. Какие у него способности, что он делает вообще? Вообще без понятия. Он же какой-то чумной доктор там, типа того что-то. Хломаклю, да, он. Я дверь закрыла еще. Не, надо открыть нахрен. Нашел? Да. А нет там без него оружия, не попало на тебя. Ёп! Я подбежал, впереди. Типа колючую проволоку эту. Слушай, тут у нас что-то полкарты загрелось. Да-да. Аня, аккуратно, вот этот огненный слева. Его надо руками бить. Все, поздняк. Да блин, у меня кровотечение постоянное, причем.
Ну, F зажми, чтобы остановить. Зажал уже, сейчас похилюсь. Было что-то ближним боем его принять. Он, короче, именно блочит, видимо, дорогу вот этими своими колючками. И, наверное, кровь пускает ими. Он на втором у тебя, да? Сейчас пусть... О, на первом, на первом. Я поняла! Все, у него один хп, надо убивать всего. А где ты видишь, у него сколько хп осталось? Я уберу. Блин, эта проволока-то даже не простреливается, слушай. А ее и не топором, ножиком убить нельзя, убрать. Все, готов. Все, сдох. Угу. Можешь его активировать? Тут у тебя проволока пройти не могу. Сейчас попробую. Блин. Сейчас я кровь остановлю, потому что... Это реально везде проволока. Слушай, она ломается, кстати, ножом потихонечку. Проволока ломается ножом. Я уже подошла к ней. А, слушай, да, я почему-то когда ломала, не получилось у меня. Так, кто будет юзать? Так, чё, куда? Пойдем, пойдем, да вон стреляются там типы, они второго босса точно валят, мясника. Надо идти забирать у них тоже его. В подвале, судя по всему. Кому? Тебе? Нет. Это вообще не по нам. Вижу, вижу их. Они стреляются между собой. Да-да-да-да. Сзади. Захожу справа. У меня. Один минус. Возьмите фигню с него и осмотритесь, у кого нету. Осмотрись, осмотрись. Вот он, Ваня прям сел. Ваня, Ваня, да. Убил его. Хорошо. Вот последний. Больше не вижу. Нету желтого больше нигде? Нет, больше не вижу. Тогда, вероятно, все. Сейчас я вторую возьму, быстренько осмотрюсь. Да, чисто. Все, все подобрали. Угу. Лутайте, охотников. Пистолет у меня тоже, я вот у меня... Ну, пистолет, я вот не помню, был раньше на рычажке, потому что был, это жесть, там, смотри, считай. Был. Мы всегда брали рычажку и пистолет, брали вот этот барабанный пистолет и рычажку, под бедра прям накидывалось. Прям кайф. Это два охотника. Ну, то есть я одного, и вы там этого последнего забили. Не попал? Динамит кидает. У моста. Хит. Был? Да. Процентов необычный фонарь. Почему? Я вроде вижу, как фонарь обычный горит. Ну, это обычный фонарь. Ходи. Свет просто включен, похоже. А, генератор. Вот. Вот, вот работает генератор, что говорю. Он типа свет включает. Все-таки, значит. Ты тот там стрельба?
сзади двое! Двое, трое у меня! Хвапа мне прямо! Прям притык! Ко мне притык! Ко мне притык, все, убили меня! Вот все. Надамажил. Убегаю нахер. Вот они стреляли, походу. Потому что я спешу спасу, кто стреляет? Вот это они стреляли с той стороны. Минус один. Блять. Мухи откуда-то. Откуда мухи-то? А, это пиявки, наверное. Блять. Они там сжигают уже сразу. Убил еще одного. Зачем воевать, надо меня сжигать. Убил меня, но он с хитом. Где? На тебе прям в упоре? По центру, да, прям на мне в упоре. И рядом со мной труп еще лежит. Я не поднимаю пока что. Он же жопа. Он сдох. Он сдох. А, значит, его босс сдох. Так ему и надо, гаду. Нет, тут еще один, кажется, да. Готов. Блин, здесь два пиявочника, это капец, конечно. Нет, пиявок я не хочу себе. Я пошел за мэтом. Давай. Блин, тут босс, сразу. Беги! Сразу беги. Сейчас как возьму топор. А перк. Сколько тут можно умирать? Перк на мне. Что за перк? Твоя кровь. У меня же есть. Патрон для дробовика. Да. Прям слышно. Кто-то слышит, кто-то я слышу. Ау! Достань, у меня так кровотечение. Ау! Я попробуем эту хрень. Что это? Я не знаю. А, это... растяжка какая-то. Ты ставишь ее, и она колючую проволоку растет. Не, это ядовитая. Ну там, да, там слева какая-то лампочка заполнена зеленой жижей. Флешеты открылись, ё-моё. Нет, нет, нет. Минус один. Минус один. Я тоже одного убил. Опа, опа. Справа, рядом. Кто-то муху убил. Там вот здесь, прям вот вижу, здесь. Вижу, вижу, да. Да, они бегут. Хит. Убил, 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 убил. Ага. Да, винтовка, конечно, шотит, но перезарядка долгая. Ну, шотит, я что же дал ему с револьвера? Я про первого имел в виду, когда первого убивал, я его ваншотнул. А где остальные? Есть, 195. Близко, да? Не знаю, 195, вот здесь где-то, куда я бегу. Как будто убегал, но хрен его знает. Че, в да, в кустах. Готов. Ясно. Тарковские пришли, да? Я что-то тоже подумала сразу. До сих пор добрались. Прячутся гады. Там этого паука сгоняют.